Вот шайба возле вратаря, попытка добавить и все-таки добивание. И это гол Андрея Белозерова. 2-1 в матче. Его пятый гол в этом сезоне, четвертый при игре в равных составах. Началось все с того, что удалось гостям оставить шайбу в зоне, хотя минчане могли ее вывести. Вот здесь прострел Клока в направлении пятачка, шайба застревает возле вратаря, отражает первый бросок Тихомиров, а дальше уже удается добавить шайбу в пустые ворота Андрею Белозерову. Сегодняшняя игра не исключение. А так, парни, конечно, надо отдать должное то, что сражаются. Никто не опускает руки.